А, все, включила. Прекрасно. Привет. Привет. Получается? Да. Ну, надо периодически нажимать. А, у нас сейчас фестиваль мороженого. Мороженое мы не покажем, потому что оно у нас закрыто. Вот, но мы, надеюсь, дойдем до Большого театра, который ты помнишь. Вот. До которого мы сами ездили, смотрели 3D изображения всякие. Не помню, как называется. Очень приятно. И он буквально через несколько минут будет. Поэтому не отключайся. Монтировать я ничего не буду. Ты знаешь, я настолько ленива, что мне легче просто не выключать эту огромную камеру. И болтать все время. В Москве ничего не изменилось. Все так же. Скучно, нудно, толпа людей непонятно, жарко. Никакого моря, никакой воды, много ресторанов, много еды. И опять же повторюсь, много людей. Поэтому ты ничего здесь не упускаешь. Ну, кроме того, что мы постоянно тратим деньги, и это не я, а вся Москва, на всякую фигню. Ну, фестиваль, конечно, всем нравится, но по мне это фигня. Без них я, без этих фестивалей могли жить лучше. И, ну да, и... если бы нет фестиваля, мы бы не поели сегодня маленькие до клубнички-то. Па-ра-па-па-па! Грохать на это деньги, чтобы прям каждый раз еще и удивляться. Куда же наши деньги государственные уходят? Какой карман? Да ладно, все знаем, что мы воруем. Ну, не я, но кто-то воруем. А мне решили. Ой. Кирс, не гости наши. Конечно, ничего не изменилось. Все так же весело. Ладно, Кирилл, снимай. И тут меня снимаю, снимай вид. Че? Мы показываем, что изменилось, они должны меня отыграть. Помнишь? Если ты вообще замечала этот фонтан. Очень красиво. А теперь у нас есть еще и пингвины. Вон там. Фальт. Фонтан. Топ-камера. Да. Да, на эту же.